Да. Я хочу сказать очень много, но я постараюсь быть кратким. Блестящая характеристика, ты во всем прав. Но как бы подспудно, Саш, напрашивается, что вот Путин конкретно неэффективный менеджер, а были в России эффективные менеджеры? Более. Кто? Я думаю, что Ельцин был более эффективным менеджером. Ну, о чем ты говоришь? Полная экономическая разруха, воровство. Это с одной стороны. С другой стороны, Артем. С другой стороны, свобода реальная. Другой уровень коррупции. Это не свобода, это воля. Хорошо, воля. Уровень коррупции, я не считаю, что... Несравнимо даже, Юра, поверь мне, даже несравнимо. Я не считаю, что эффективность менеджера, управленца государством, может измеряться уровнями коррупции. Больше, меньше. Коррупция, она и есть коррупция. Потом, что мы знаем сегодня о коррупции при Ельцине? Я, например, не знаю ничего. Ну, ты не знаешь, потому что ты не имел никакого отношения к этой стороне жизни. Нет, поэтому, не было повода убедиться. Не поэтому я думаю. А я имею. Я думаю, что я потому не знаю, что при Ельцине коррупция не была так узаконена, как при Путине. А это что, мало? Ну, это знаешь, то, что существовало внизу, вдруг всплыло на поверхность. Я что хочу сказать-то? Я вообще не знаю в России ни одного эффективного менеджера, стоящего у власти. Он невозможен здесь. По той причине, о которой мы давно уже говорили. В России власть не принадлежит людям, которые ее ставят над собой. Потому что она ими не выстрадана, как необходимый механизм для улучшения их жизни. Вот и все. Здесь никогда не было и не будет никогда эффективных менеджеров. Поэтому у меня к Путину другая претензия. Я, честно говоря, от власти российской никогда не ждал эффективного менеджмента. Я от российской власти ждал вот чего. Сострадание, милосердие, хоть какой-то совестливости, сердечности. Это еще смешнее. Нет. Вот это у Ельцина было. Я Бориса Николаевича любил не за то, что он эффективный менеджер, который поднимает страну из праха. Я знал, что он ее не поднимает. Но я Ельцина любил за то, что он мог сказать: простите меня. За то, что он не был мстителен, жесток, непомерно жаден. Он был человеком, и я за это был ему страшно благодарен. Я за это же, скажем, и Хрущева любил. Мне кажется, это хорошо. Иллюзия. Пускай, кажется. Но это моя иллюзия. Нет, то, о чем я хорошо, говорю, это правда. Я даже хорошо относился к Брежневу, Горбачеву. Это были живые люди, в лице которых и в поступках которых можно было изредка поймать ноты человечности. Понимаешь, ты сейчас говоришь о ком угодно, только не о Путине. Я хотел сказать именно о нем. Что я хотел сказать. Я понимаю. А я просто хочу тебе сказать, так сказать, в ответ, что лично меня не это моя претензия к нему. Моя претензия к нему, что он совершенно бессердечный, бездушный, лживый мерзавец. Человек. Хладнокровный. Ну, если иметь в виду, что человек это двуногое, прямоходящее, членораздельно говорящее, да. Я был достаточно сдержан. А я нет. Чтобы я вот не считаю... остался смысл, а не эмоции. Окей, ну, я пусть одни эмоции. Я просто... не то, что я тебе противостою. Я твой тезис разворачиваю со своей стороны. Я считаю, что он скотина в человеческом обличье. Вот и все. Вот это моя претензия к нему. А то, что он неэффективный менеджер... Откуда эффективный менеджер в империи? Это совершенно исключено. Хау. Ты не чувствуешь? Ты знаешь, я вот, наверное, присоединюсь к обоим. К обоим мнениям, потому что и то они интересные. Две стороны одной монеты. Да, две стороны, в общем-то, одной монеты фактически. Потому что и Александр сказал очень хорошо и правильно. Юра тоже сказал очень хорошо и правильно, потому что, ну, наверное, как-то они оба правы не добавить, не возразить. То есть, в принципе, конечно, можно возражать бесконечно долго, опять-таки. Но это как раз будет тот самый вегетарианство, что я стал вегетарианцем, и поэтому все должны тут же бросить есть трупы. Поэтому прям даже тяжело что-то добавить. Это хорошо.